Гимн «Локомотива» звучит под сводами РЖД-арены, ну а мы любуемся великолепным газоном. Газон в майской встрече для Сочи. Отступать некуда. 7 очков от зоны вылета. Отрыв колоссальный, особенно учитывая то, что абсолютно новая команда здесь. Итак, состав «Локомотива». Сейчас объявим его после этой атаки. Первый удар в створ и добивание. Гол! 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 Уже на второй минуте этого матча «Локо» открывает счет. И мы говорили о том, какой будет атака «Локомотива» после этих многочисленных изменений. 4 новых игрока в стартовом составе. И вот ответ. Уже вторая минута матча. И во втором матче подряд в этом чемпионате России забивает Рифат Джамалетдинов. Грубейшая ошибка Заволотного. Подарен мяч на ровном месте буквально. Удар Глушенкова. Вот этот первый в этом матче гол. Рифат Джамалетдинов. Автор первого гола, но об этом позже. Ответ, и тут же счет становится 1-1. Фантастика, что за матч мы смотрим. И как легко сочинцы сейчас проходят оборону «Локомотива». И состав закончить «Лока» не получается, потому что счет опять меняется. И тоже мы говорим о том, что тренер угадывает. Артур Юсупов появляется в стартовом составе. Тяжело. Многие сравнивают нынешнюю ситуацию в Сочи. Само что пока что с мячом. И вот момент. Джамалетдинов успел достать мяч и заработал угловой. Ну и посмотрим, будет ли подача на Ньямси. А хочется увидеть, потому что, ты знаешь, вот я спрашивал как раз после той... Выход несется со скамейки Сочи. И посмотри, какая контратака. И втроем убегают сочинцы, вчетвером. Нужно только передачу сделать точную. Мяч уже на входе в штрафную. Продолжится атака. Удар Сутермина выше ворот. Какой выход опускает Сочи. Затормозила атака. И футболистам «Локо» тоже уважение за то, что бросились они догонять соперника. И Сулейманов назад на Карпукаса, тот на Самошникова. На этот раз быстро Баринов в касание на Карпукаса. И дальше пас на Нейра Текнезяна. Желтая карточка Артему Карпукасу. Делает передачу, он зацепил соперника и Марсело на газоне. Самошников сыграл, выбил этот мяч. А вот Текнезян. Не самая удобная передача, и тем не менее удается мяч укротить. Гол! Какой гол! Какой гол! Максим Глушенков! Браво! Браво! «Локо 2, Сочи 1, Глушенков. Наверное, Текнезян, да, сильный пас, не самый удобный. Но как, посмотри, прилепил мяч к ноге Глушенков, потом еще два движения по продвижению мяча. И неотразимый удар. В ближнюю девятку как попал. Красиво, точно. Сильно, самое главное, потому что мяч не так далеко пошел от Николая Заболотного, но... Угловой. Удар поворотом, гол! Гол! Браво, это Марсело! Король воздуха! Мы ждали от Ньямси вот таких чудес. Мы ждали, что Ньямси будет в этой штрафной выпрыгивать и бороться за верховые мячи. Но в первом тайме этого не увидели. А вот во втором, когда на эту половину поля перебрались в атаку футболисты Сочи, тут же первая подача с углового. И вот настоящий король воздуха здесь сегодня в Черкизово. Это Марсело. Он сравнивает счет. И, ну, кто знает, что бы было, если бы Дима сумел выпрыгнуть хотя бы вот чуть-чуть. Опять же, удар сильный, с близкого расстояния, но Баринов не успел среагировать. Крамарич на газоне, крик его мы слышали. Не будет ли второй желтой карточки для Артема Карпукаса? Она будет! Похоже на то, да. Дмитрий Баринов пытался защитить своего партнера по опорной зоне. Пытался встать на пути Чебана. Не получилось. Не получилось, не спас, не защитил, не уберег. Красная карточка Артему Карпукасу. Смотри, как высоко пошла нога у Карпукаса. Давай... Ты знаешь, контакт в итоге минимальный. Да, но тем не менее, это неосторожная игра Карпукаса. Даркушич высоко оказался. Первым сыграл этот мяч. Дальше Ламтратов. И что там произошло? Держится за лицо Морозов. И Кордова получает желтую карточку. Слишком он активно попытался начать прессинг. Ну, здесь Морозов пошел блокировать, посмотри, Кордову. Кстати, мы сейчас услышим объявление, Сергей. Возможно, возможно. А, вот это движение. Вот движение руки Кордовы. Наотмашь и...
После просмотра игрок номер 10 команды из Сочи наказывается за агрессивное поведение. Решение, штрафной удар, красная карточка. Исторический момент в российском футболе. Сергей Чебан показывает красную карточку нападающему Сочи Кордобе и при этом объявляет на весь стадион свой вердикт. Решение изменено. Теперь бегать по полю и убивать мяч будут 20 человек, а не 22, как ранее было. Ну нет, они будут играть на гол. Они будут играть на гол, и те, и другие. Опять же, победа нужна и тем, и другим. И сейчас Лука был ближе к третьему. Там снова активность на скамейке Лука. Кто? Кого позвали? Сарвелли? По старой памяти. Нет, Владислав Сарвелли все еще в зоне разминки. Антон Миранчук начинает переодеваться. И совсем скоро он появится на поле. Подача, Артем Дзюба! Вот был бы ответ, да, на все вопросы, которые поставила эта игра. И в том числе на выбор стартового состава. Если бы Дзюба сейчас уложил мяч в сетку. Как здорово все сделал. Ну и Антон Миранчук перемещается относительно позиции Баринова. Чуть выше на позицию десятки. Пеняев! Пеняев! Ух, Заболотный! И сейчас Глушенков опять будет выговаривать Пеняеву. Заброс, ворота пустые были, но успел вернуться Заболотный. Глушенков что-то ворча себе под нос убегает. Сейчас Локомотиву не нужен, поэтому более свежего опорника оставит на поле Митая Галактионов, а Баринов уйдет. И вот момент! И вот момент! И только что мы говорили, что Дзюб... Сауль Гуарирапа мог в первом же матче в чемпионате России забить гол, и такой важный. Да и касаний у него не было особо до этого эпизода, и так классно он разобрался. Ой, Морозов, ничего себе, дриблинг Морозова, мы видели, Морозов! Забыл пробить, забыл и не знал, как это сделать. Самошников, момент, удар, добивание, гол! Лука забивает, третий мяч, Сергей Пеняев оказался в нужном месте в нужное время. Сейчас будем смотреть. А не рукой ли? Дальше замкнулся шлагбаум, но атака продолжилась. Вот она, грубейшая ошибка. И Атиала, в том числе дебютанта чемпионата России, удар Самошникова на себя принимает Заболотное. Что решат судьи по этому поводу? Какое это место руки? Мы видим акцентированное. Ну, в любом случае... Внимание! Я думаю, что после гол... После просмотра решение изменено. Гола нет! Игра рукой номер 9. Это желтая. И желтая, желтая карточка. Да. Желтая карточка Сергею Пеняеву. Продолжается атака Локомотива. Это Самошников. И Морозов. Морозов уже правый нападающий, а он центральный защитник, ну да, вообще-то. Это не его позиция. Видишь, к чему это приводит. Но посмотри, Морозов отработал, додавил оборону соперника. И вот момент, Глушенков. Уже когда сыграли почти 99 минут, да, можно сказать о том, что это тяжелейшая ничья. Валятся футболисты Сочи на газон, валятся футболисты Локомотива на газон. И те, и другие играли на победу, но в итоге победы не нашел никто. Но Максим Глушенков, который мог забить победный мяч Локомотива в этой атаке, но попал в блокировавшего его Ваню Дракошича, по мнению экспертов нашего канала Руслана Пименова, становится лучшим футболистом этой встречи.